Сэр, что это за самолет? Вроде похож на Дасти. Но что-то в нем не то. Ха, мимо вас и муха не пролетит. Да, верно, это не Дасти, это Рипслингер. Что он опять затеял? И почему с чужими опознавательными знаками? К концу полета участники будут едины. Место Дасти в хлеву среди тракторов. Замаскировавшись нашим другом, Рипслингер начал грязные гонки. Он рассчитывал настроить других участников ралли против Дасти. Добро пожаловать за борт нашего лайнера от имени капитана Пали и Поля. Десяточка! Я излишне наслаждаюсь этой ролью. К концу этого вылета Дасти получит прозвище «Красящий барон». А вот спортивных титулов навсегда лишится. Добро пожаловать за борт нашего лайнера от имени капитана Пали и Поля. Да у нас на полях картошка, и та летает лучше тебя. О, да! Скажи земле, что ты от Дасти. Я излишне наслаждаюсь этой ролью. Вот тебе. И вот новая победа Рипсли... в смысле, Дасти Полей Поля. И Рипслингер скрылся. Сэр, простите, но это уже слишком. Почему его никто не наказал? Да, и откуда у вас о нем столько разведданных? Как вы все это узнали? Ха-ха-ха. Ну что ж, дело было так. У меня топливо закипает от этого Рипслингера.
Неужели его так никто и не наказал? Он не только сорвал соревнования, но еще и безнадежно испортил весь маршрут. Что правда, то правда. Но я кое о чем вам не сказал. За что не возьмусь, все получается. По-моему, я гений. Штаб спортивного комитета вызывает Рипслингера. Вас просят немедленно вернуться на аэродром. Соскучились по моей довольной кабине. Рипслингер, вы исключены из состава участников следующего кругосветного авиаралли за неспортивное поведение. Что? Это не я. Это все кукурузник Полей-Поли. У вас нет доказательств. А вот и есть. Гонки должны были проходить в прямом эфире. Везде установлены телекамеры. Ну и что же вы теперь скажете? А. Ой. Получается, что в определенном смысле план Рипслингера возымел успех. Недостойный был отстранен от участия в соревнованиях.